Вот мы выйдем из этого эпидемиологического состояния. Дальше вопрос. Мы насколько опустим уровень жизни и вообще населения? Вот сегодня это, да, страшная цифра 456. Но я понял. Продолжительность жизни у нас насколько упадет из-за того, что люди станут хуже жить? Может быть, она упадет значительно, и тогда мы получим миллионы, которые не доживут даже до 70, десятки миллионов. Которые не войдут вопрос. В эту статистику. Да, кто печально. Это посчитал? Не войдут, да. Или мы сегодня только, как у Райкина, пуговицы пришиты хорошо к пиджаку? Пуговицам претензии да, есть? Есть пуговицам претензии? Да. Нет, сидите дома. А пиджак носить-то нельзя. Может быть, мы в итоге этого всего процесса потеряем ВВП, потеряем уровень жизни, и, соответственно, исходя из этого, и многие жизни людей. Жизни. Ну, и это будет не 456, это будут десятки миллионов человек.